Короче, ты отвлекаешь классную, ты стоишь на шухере, а я беру, короче, журнал и оценочки. Короче, я эту четверть, знаешь, вертел просто на большом. Марина Ивановна, здрасте. Какой конец четверти? Я уже на каникулах, на Бали. Ой, слушай, я вчера так наебенился просто, пошли в школу. Романов, какая школа? Уже четверть закончилась. Да? Ну что, пойдем бухнем? Слушай, успокой свои трусы, а ты нашу русицу не знаешь. Она нам эти отметки возьмет и натянет. Я никогда не закончу эту четверть. Привет, Ули. Сегодня, кстати, оценки выставляют. До свидули. Мне ж в универ. Романов, как ты химию сдашь? Ты же на ней ни разу не был. Успокойся, слушай, я пойду к химице, стану на стол, сделаю а-ча-ча. Она мне девяточку, короче, поставит сразу. Слушай, а что у тебя по истории, а? Сейчас ты геометрию учи. Слушай, а доколок по биологии делал, а? Но по нашим источникам оказалось, что суд постановил, точнее он потребовал от Телеграма блокировки на 15 дней. Здравствуйте, это программа «Голые новости», с вами его ведущая. Почему я смеюсь? О блокировке Телеграм на территории Российской Федерации. Здравствуйте, это программа какая? «Голые новости». Следите за следующими новостями. Здравствуйте, это программа «Голые новости», с вами... Что с дикцией? Где я потерял, блядь? Здравствуйте, это «Голые новости». О, сразу, блядь, «Голые новости». Здравствуйте, это программа «Голые новости», с вами его ведущий Владимир Чечеркин, территории Российской Федерации. И наш репортер от... Таганский районный суд города Москвы вынес решение... Это что сейчас было такое? Оставайтесь с нами. Всего наилучшего. Твою мать. Я этого Михаила ебаный. Оставайтесь с нами. Пиздец этого, блядь. Ты такая красивая. Я таких никогда не встречал. Ты одна единственная. Привет. Ну, короче, я тут слесарем работал. Вот, и, короче, вообще просто... Вот, и, короче... А кто ты по гороскопу? Весы. Весы? Я тоже. Господи, это прям знак с неба. Короче, договариваемся сразу. Я за напитки плачу, ты за еду. Спасибо большое. Слушай, я сейчас в туалет очень сильно, да? Ты оплати сначала, я сейчас приду, хорошо? Ладно. Привет. Ты и есть красный Доминик? Ну да, ты незаметно, что ли? Ну чё, тебе ко мне, Не волнуйся, я заплачу. А как дела, малышка? От лишь бы хайпануть, ну! Господи, что за шлак? Отписка. А вот своих идей нет, да? Вот все надо под копирку. Ни сисек, ни харизмы, ни рожи. Вообще, нахрен я Инстаграм. Ты в рот. И что я сейчас посмотрел? А, это смешно было? Где смеяться, блядь? Ну не твое это, слышишь? Не твое! А куда деньги на лечение переводить? Для сельской местности сойдет. Ну прекрати, прошу тебя, снимать это говно. Просто орнул слегка. Ну такое. До Галич все равно далеко. Короче, ребят, у меня есть плюсы в клуб. Короче, сейчас едем на тусе. Вообще будет круто. А мы еще аттестаты не получили. Да че, пошли. Ребят, простите, слушайте, стойте. Кэштег выпускной, кэштег напьемся, кэштег будущее. Были вместе только лишь вчера. А куда ты собираешься поступать, на бюджет или на платный, а? Что тебе сдавать надо? А работать ли там будешь? Галина Ивановна, ну что, двоечник, да? Аттестат не получил. Вот 11 лет учиться, чтобы получить эту бумажку, нас нахрен она нужна вообще, просто. А мы же общаться после школы будем. И мама сказала, что я буду хорошим экономистом. Будет так всегда. Короче, поставляем пластмассовые стаканы, быстренько наливаем. Романов, что ты расселся? Ты орешь, и так голова болит. Романов, ты чего? Чего все? Ну, Романов, мы будем общаться. Не будем мы никогда общаться, блин. Это, короче, налички нет, есть карта. Обналичите за экзамен, а? Эники-беники, ели вареники, эники-беники. Так, назовите... Это вообще экзамен по психологии или по ивриту? О, водичка. Сейчас. О, боже, вода богов. Конечно. Сейчас только наушник достану. Да шучу, расслабьтесь. Какого хумуса достался мне этот замечательный билет? Ой, мне не нравится, крутите барабан. Ой, ну может нахрен этот экзамен, а? Может водочки? Вот оно вам надо, а?
люди, а я думал, ты скопытился. Ой, мне сказали, что ты повзрослел. Вот люди, а, лишь бы набрехать. Ой, знаешь, у меня все хорошо, у меня квартира, машина, айфон. Когда-нибудь будет, наверное. О, Роман! Хуянов! О, какие люди, слушай! Десятка будет на Дексон, а? Слушай, тут в модельную школу записался, прикинь, поступил в университет, хочу машину еще купить, знаешь, вообще вот. А у тебя как, рассказывай. Ну, у меня... Слушай, еще на Бали хочу поехать, вот, ну, билеты жутко дорогие, пиздец просто. О, Романов, привет! О, здорово! Так, слушай, запись на автограф у менеджера, спасибо. Подожди, стой, стой! Я тебе перезвоню. Валёк, какие люди! Романов, ты что, меня не помнишь? А, подожди, это ж братья эту песню пели, да? Петя, Петя, дурачок, отпустил тебя с рук. О, какие люди в Голливуде, слушай. Может, на кофе пойдем, а? Расскажешь, что почем. Ой, извини, я не могу. Пошел в жопу. Здравствуйте, это программа «Голые новости», с вами его ведущий Владимир Чечеткин. И сразу же переходим к обсуждаемой новости этого дня. Таганский районный суд города Москвы вынес решение о блокировке Telegram на территории Российской Федерации. И наш репортер отправился непосредственно туда. Михаил? Петя, ну ёб твою мать, а держи камеру ровнее. Расклинаешь камеру, будешь 10 лет работать, за спасибо. Михаил, вы в эфире. Да, Владимир. Да, скажите, что там происходит? К сожалению, мы не попали на Таганский суд города Москвы, точнее, мы даже не в Москве, потому что кое-кто просрал все деньги. Пришлось ехать на попутке в какую-то суд. Михаил, подробности нам ни к чему. Да, извините, Владимир. Да? Угу. Но по нашим источникам выяснилось, что суд потребовал от Телеграма блокировки в течение 15 дней. Владимир? Спасибо, Михаил, до связи. За следующими новостями мы будем... Михаил, вы в эфире. Да, Владимир. Да, да, извините. Ёб твою мать, выруби камеру, ты сейчас тебя вырублю, блядь, ёб твою мать. И это были «Голые новости» с Владимиром Чечеткиным. Оставайтесь с нами. Девушка, вы верите в Бога? Нет? Тогда вы должны поверить в эту новую маску от морщин. Ну, пожалуйста, ну купите что-нибудь с каталога. Девушка, у вас круги под глазами, но ничего страшного. С нашим новым кремом вот этих бидонов под глазами мы вам поможем. Девушка, у вас всё акция. Меня уволят, если вы что-нибудь не купите. Девушка, я знаю, чего вы ждете. Вы ждете новинку от нашей компании. Господи, спаси и сохрани. Покупать будете? Ну, пожалуйста. Ну, купите что-нибудь, господи. Угадайте, в какой руке? Этой. Вам все несказанно повезло. Вы можете купить эти духи со скидкой 99%. И всего лишь заплатить 700 евро. Ну, даром же, ну. Девушка, это тональный крем. Ну что, брать будете? Нет. В смысле, сразу сказать, нельзя было или что? Я себя выебольщик! Ты мисс... Мы с минуты назад расстались! И куда мы собрались? И то получила роль в Шекспире! В гребаном, прости господи! Блядь, почему? Ты маля вжился в рот, что реально налил на чайный сервиз, сука! Мне благо... Я в камеру посмотрел! Так ты, короче, отвлекаешь классную? Ты! Короче, ты ищешь на шуха я? На шуха? Это, короче, я тут в душ, да? А ты иди пока... Ну, Волоха нашла! Меня Саша. Привет, Волоха. Паша. Итак, прямой эфир от Малаков. Бля, какая вкусная... Роман. Чувак, хватит.